Пойду, схожу за счастьем на базар, а после в супермаркет за удачей. И что с того, что это не товар? Я попрошу еще любви на сдачу. И известие мне, пожалуйста, грамм 100 той совести, что с краю полкой ниже. Просроченная? Ну ладно, я потом куплю в другом ларьке. Вижу, по акции есть скидка для меня. Давайте доброты, насколько хватит. А есть у вас от злых людей броня? Что-что? На это деньги жалко тратить. А средства есть от жалости у вас? Микстура от тоски, сироп от скуки. Продайте мне еще вот этот шанс. И крепкую настойку от разлуки. Уюта, не семейного, мешок, чтоб высший сорт, другого мне не надо. И красоты вон той, с пометкой шок. Таблетки от неискреннего взгляда. А дружбу как? Поштучно или на вес? Сегодня вы любезно продаете? Нет, не куплю. А просто интерес. Зачем так жить? Есть ли смысл в расчете? Еще здоровье близким прикуплю. И буду им дарить на дни рождения. Продажа зависти. Зависть не люблю. Продайте лучше полкило терпения. Доверие не нужно. В прошлый раз купила оптом. Мне надолго хватит. Продайте лучше все запасы слез из глаз. Моя судьба вам с радостью заплатит. Зачем? А чтоб не плакала душа. У тех людей, в которых много света. Ведь жизнь тогда добра и хороша, когда у вас в продаже боли нету. Нет, счастья на базаре не купить. Но если мы научимся делиться тем самым счастьем и любовь дарить, то все плохое просто испарится.